要是老妈，这个Большую персидский залив. Да, вчера так было тихо, хорошо, да? Thank you.
И куда мы приехали? Мы приехали в Колумбо. В бывшую резиденцию.
британского правителя. Губернатора. Губернатора, который правил с 1800. 15-го? 15-го, по 1943 год. 48-й год. Британская колония. Это резиденция. В стиле, в колониальном стиле. Очень красивая. У тебя открою дверь с видом. Тут немножко влажность и жарко, поэтому открытым держать. Шикарный, красивый вид на Индийский океан. Сейчас сколько? 7 часов утра, да? Мы только приехали. 5 часов мы приехали, да? Сейчас 6. 6 или 7? Сколько сейчас? Сейчас без 27. Без 27, да? Сейчас пойдем посмотрим, как там водичка. Поливать не надо. А море уходит, океан уходит, 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 смотри как. Что вытворяют? Потому что сняла. Меня болтает в этом море. А это где-то в два раза будет.
крещется, как крещется? В океане. Крещется. Ловят рыбку на крабов, ищут крабов в песке. Ай. Песок роет, находит крабиков, потом цепляет их и ловит рыбку. Выгребает на песок. Ай. Как она мне трусится, эта камера.
лесовод, там только обрабатывает. То есть, ничего, так сказать, у нас здесь руды нету. И... Я попробую, я тебе отпишу. А что у вас тут есть? Ну, здесь в основном именно, значит, то есть автомобили здесь строят, но опять это свои двигатели, это из Японии, из Mitsubishi компании. А так здесь сборные, то есть сборка происходит. Вот мы сейчас тоже вот это длинное здание, это тоже англичане в свое время построили. Мы сейчас упираемся именно, вот видите, это есть Колумбовский порт. Опять это слева от вас белое здание, это отель. Вот здесь, в этом отеле, когда-то жил Антон Павлович Чех. Время здесь посещал этот остров и остановился именно с этого граффити. Это первое, и вот как раз хочется как бы сказать, это когда построили первые на Луну, и именно использовали именно этот графит для того, только для Шри-Ланки, значит, как правило, ну, это отдельная тема, я потом расскажу по поводу камней. Так, а фабрика у вас где-то есть, что вот это обрабатывать их? Да. Вы будете посещать? Да. Юга протяженность 274 километра, а с юга, то есть запада на восток. С востока на запад 136 километров. А общая площадь 66 тысяч квадратных километров. Просто значит, до вот, начала этих военных действий три. Это экспорт чай. Матера английский. Это музей, национальный музей. Сейчас это